Друзья, 4 года назад Аваков и компания, воспользовавшись трагедией в Украине, хотели установить у нас полицейское государство. Поводом для этого стало убийство 2 полицейских в Днепре. Но общественное мнение и акции протеста не позволили им этого сделать. Прошло 4 года. Случилась снова трагедия. На этот раз в ДТП погибла целая семья. Как можно дать полномочия лицам юридически безграмотным, как показала практика с низкой стрессоустойчивостью, не имеющих доверия большинства граждан Украины? И снова Аваков хочет протолкнуть свой законопроект, но уже через слух народа. Он хочет полностью развязать руки своим полицейским. Он хочет устроить террор мирным гражданам. Даже сейчас полиция не умеет пользоваться теми правами, которые у них уже есть. Нельзя исправлять их ошибки и непрофессионализм существенным сужением наших с вами прав. Прикрываясь желанием решить проблему с пьяными за рулем, слуги Авакова просто хотят закрутить гайки и дать полиции новые полномочия в ущерб нашим с вами правам и свободам. Мы против пьяных водителей на дороге, но мы также против беспричинной остановки. И норм, значительно ограничивающих права граждан, а также несущие коррупционные риски. Я против передачи документов сотруднику полиции. А я против обысков под видом проверки. Вони нас обманывают. Они манипулируют. Они не договаривают. Цей законопроект поверне суспільство до часів ДАІ. І в багато разів примножа те, від чого ми відступили 10 років тому. Пам'ятайте, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тільки народ України може здійснювати владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тільки народ України. Панове депутати, звертаємось до вас, як до людей, які представляють наші інтереси у Верховній Раді. Захистіть від поліцейського свавілля. Не голосуйте за цей законопроект. Позбавляйте прав та свободи громадян України. Вспомните, кому ви служите і хто вас делегував у Верховну Раду. Нет поліцейському государству, нет законопроекту 2695. Я прошу всіх вас обязательно поддержите эту петицию. Иначе уже совсем скоро же они ограничат в правах не только простых водителей, но и всех остальных. Підтримай петицію. Скажи ні поліцейській державі. Скажи ні бандитам у погонах.